Привет. Ты что это так рано подскочил? Дел много, вот подскочила. Это что? Пироги? Пироги. А да-да-да, не хватать. А что? Это я на работу, а вот вам. А что за праздник? У меня день рождения, сын. Ой, мама, прости, я замотался на работе. Все хорошо. Еще поздравляю. Еще не вечер. С добрым утром. У меня сумки тяжелые, да, бросишь до работы? Сейчас без 10:08. У тебя есть время? Да, да. Александра Ильинична, вам что, дойти 2 шага? А я на шпильках в общественном транспорте не поеду. Мы же после работы на концерт идем. Да я успею, Викуль. Александра Ильинична, и вы можете еще Петьку из садика забрать? Мы же поздно вернемся. Могу. Идите на концерт, надевайте шпильки, Петьку из садика заберу, а вернитесь и отметим. Отпразднуем. А что праздновать-то? Викуль, слушай, мы забыли. У мамы день рождения сегодня. Мы как-то не подумали, когда билеты брали. Мам, прости. Александра Ильинична. Все хорошо. А можно мы вас после концерта поздравим? Мы же на Джованни идем. Нужно билеты достать. Идите на Джованни. Я не сомневалась, что вы нас поймете. И, кстати, когда вы нам деньги дадите? Пора же путевки выкупать. А то как все ломанутся на праздники в теплые края и... Помнишь, мы говорили? Помнишь. Обещала, деньги будут. Сегодня сниму с книжки. Давай. Спасибо. Василий, идите, собирайтесь. Поехали. Давай, пойдем. Ну все, я ушла. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой, господи, молодец. Скорей, 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 скорей. Люсь, привет. Шур, привет. Лифт не работает. О, вовремя не работает. А что ты так нагрузился-то? Давай, помогай. Давай. Юбилей у меня, Люсик. Ну что, тогда я тебя поздравляю, поздравляй. Что ли? Поздравляй. Ты у меня ягодка опять? Только не малинка. Ой, перестань. Мы с тобой, знаешь, еще красавицы уже не дуры. Люблю тебя, Люсик. И я тебя люблю. Да я тебе помогу. Пошли, Джонка, пошли, пойдем, пошли. Пойдем, Джоник, скорей. Давай, скорей. Скорей, скорей. А твои-то что? Что? Ну, что не помогли-то? Да. Некогда им, молодежь. Дела у них. Ну, понятно. Лисюш, приходи ко мне сегодня после 6. Отметим. А я приду. А ты приди. Ой, ты такое вкусненькое. Так, ну Фая, все, ты же вроде на диете. Да. Все, готово, девчоночки. Давай, Фаечка, заканчивай. Кушай давай. У нас еще будет время, открывай шампанское. Давай. Все готово? Отлично. Давайте к столу. Да? Зовем начальство? Да. Сан Саныч! Сан Саныч! Дорогая наша Шурочка. Что это, Таня? Да? Весь наш коллектив поздравляет тебя с юбилеем. Спасибо. Умелица наша. Поздравляю. Она сама вылетела. И дали тебе подарок от всех нас. Спасибо, очень приятно. Это еще не все. Руководство нашей компании вручает тебе денежную премию за твою прекрасную работу, ну и тоже в честь юбилея. Спасибо. Ой, Шура! Поздравляем! Поздравляем! Ой, смотри-ка! Ой, везучая ты, Шурка! Так, ну что, давай. Разливай, разливай. Ой, девчонки, люблю я вот так поработать. Раз. Шура, а вот это от меня лично. Ой, ну давайте, все такое вкусненькое, Сан Саныч, давайте. Ну-ка. Вообще кулинарный талант. Да? Да. Сначала пробуйте, а потом хвалите. А я попробовала, Шур. Да, я передовик. Тебе всегда все нравится. Да, поздравляем. Поздравляем, Шура. Люськин, вкус у тебя безупречный. Мне хорошо? Очень. Да? Я вообще так рада, что тебе нравится. Нравится. Скажи, а на работе что подарили? Чайный сервиз. Сейчас чай будем из него пить. Обязательно. Расскажи, а шарф я на тебе видела? Этот, это... Шеф. Угу. То есть он нас ценит? Да, он нас ценит. Так это хорошо. Люсь. Это очень хорошо. А дети? Поздравили тебя? Подарили что-нибудь? Так еще же не вечер. Поздравят. Давай наливочки.
Угу, давай. Шур, я очень хочу, чтобы ты как можно скорее нашла такое свое настоящее женское счастье. Ты прости меня за банальность, но ты удивительная и почему-то одинокая. Люсь, не начинай, я не одинокая. У меня любимый сын и обожаемый, сладкий, славный мой Петюшка. Да Петюшка прекрасный, и все твои бабкины счастье я знаю. Шурка, за тебя. За нас. За тебя. За меня. Угу. Очень хорошо. Угу. Скажи мне, а сколько лет прошло, как Кости твоего не стало? 5. Уже 5. 5 лет. С ума сойти. Шур, надо немножко о себе подумать. Ты молодая, ты прекрасная. Нам надо мужа тебе найти. Пилишь? Нет. Пилишь? Нет, просто тебя не надо обманывать. Ты не старуха. У тебя тоска в глазах. Просто тоска в глазах. Съешь курочку. Шура, у тебя тоска в глазах. Бабуля, тетя Люся, а я из Джоди ездовую собаку сделать хочу. Пете не надо. Пете, я тебя очень прошу. Джонни, иди сюда. Да, я видела, как она тебе глазки строила. Слушай, ты ей улыбался. Вот еще двери придержал. Любой нормальный человек придерживает дверь. Ой, тетя Люся, здрасте. Почему Петя еще не спит? Мамуль, ты что, забыла? У бабули сегодня день рождения. Я ей БМВ подарил. Цветы. Так, Петь, иди умывайся и спать. Бабуль, спокойной ночи. Спокойной ночи, мой хороший. Давай, ступай. Мамуль, с днем рождения. Спасибо, сынок. Днем рождения. Чик, спасибо тебе. Вкусно было. У тебя рука легкая. Ну, пойдем мы. Давайте. А вот был бы муж, ты бы в собственном доме по струнке бы не ходила. Так что подумай, о чем мы говорили. Угу. Поняла меня? Поняла тебя. Ты меня поняла? Я тебя поняла. А теперь гони меня. Гоню. Все. Все, мы ушли. Давай, давай. Пока. Люблю. Мамуль. Александра Ильинична, подарок от нас. Мы вас поздравляем. Спасибо, мои дорогие. У меня тоже вам подарок. Держите деньги на отдых. Ой, мам, спасибо тебе большое. Присаживайтесь, перекусите. Вообще-то я не ем после 6. И Игорю тоже не стоит наедаться на ночь. Ну да. 20 000 не хватает на путевку. Это что, получается, что мы никуда не поедем? Чего ты молчишь? Мы же можем попроще взять. 4 звезды. В халупу я не поеду. Я возьму быстрый кредит. У нас на работе так делают. Игорь, ты с ума сошел? Ты знаешь, какие там проценты? Мам, извини. Ничего, Игорь, все хорошо. Давай догоняй. Игорь, неужели это такая проблема найти 20 000? Икуша, слушай, что ты переживаешь? Я же сказал, я найду. Я обещаю. Да, ты постарайся. Иначе... Что иначе? Иначе я найду того, для кого деньги – это не проблема. С моей внешностью это несложно. Только попробуй. А этого ты пока что не заслужил.
дорогой Вики, от любящей свекрови. Игорь, ты деньги туроператору перевел? Еще вчера, как договаривались. Вчера стало известно о банкротстве туристической компании «Пик счастья». Руководство компании обещало компенсацию пострадавшим, но до общения с ними так и не снизошло. По словам пострадавших, связаться с компанией невозможно. Ростуризм признал, что страховки компании не хватит, чтобы компенсировать весь ущерб. А теперь переходим к другим новостям. Ты это слышал? Это что, про нашего туроператора говорили? Похоже, что да. Похоже? Ты понимаешь, что я этой поездки ждала целый год. И что теперь? Деньги пропали. Отпуск коту под хвост. Ты где этих аферистов нашел? Ну, подожди, в интернете были очень хорошие отзывы. Откуда я мог знать? Ничего тебе поручить нельзя. Вечно во что-нибудь вляпаешься. Не человек, а проблема. Вик, я не понимаю твоих претензий к Игорю. Извини. Ты же сама хотела как можно быстрее путевку найти. Я права? И потом, как можно знать, обанкротится фирма или нет? Конечно. Своего сына вы всегда выгораживаете. А я у вас виновата. Вик, ты говоришь глупости. Мама, ну вот зачем ты вмешиваешься? Ну зачем? Вик! Прекрасно. Здравствуйте, девочки. Извините, опоздала. А нам тут вещи из Турции привезли. Смотри, какую блузку себе взяла. Красивая? Да, тебе подойдет. Спасибо. А для тебя там жакетик симпатичный есть. Примерь. Ой, ничего, девчонки, мне не надо. Почему не надо? Такой красивый жакетик. Красивый, да только ни денег, ни настроения. У тебя аж премия недавно была. Да, она сыну все отдала. Шур, что-то случилось? Ты уже второй день сама не своя. Шура. А дома какой-то. Мы собирались поехать в отпуск. А турфирма обанкротилась. Они деньги вернуть не могут. Невестка словно с цепи сорвалась. Я не знаю, я раньше как-то могла найти к ней подход, а сейчас на Петю только кричит, к Игорю по мелочам придирается. Не любит она его. Не любит, а я смотреть на это не могу. У меня сердце крови обливается. Так бы и уехала хоть сейчас, куда глаза глядят. Слушай, Шур, иди к Сан Санычу. Он нормальный мужик. Он хорошо к тебе относится. Отпустит. Так, Шурочка, дуй-ка к Сан Санычу. Юль, ну что ты? Давай. Слышишь меня? Я образи отпуск. Да я не знаю, можно, нужно ли? Давай. Нужно. За отпуском, давай. Александр, да? Александрович, можно? Да, конечно. Хотела попросить у вас отпуск. Недели на две. Но если я нужна на работе, Александр Александрович, конечно, я... Что? Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто я устала очень. Точно ничего не случилось? Точно. Ну, хорошо, ты человек серьезный, зря просить не станешь. Ну, пиши заявление. Только обещай, что отдохнешь как следует. Спасибо. Обещаю, отдохну как следует. Хорошо. Ну вот и все. Что-то было, не забыла. Так. Шура. Ау. Ключи. Это что? Запоминай. Волоколамский район, деревня Михайловка.
Я не поняла. Это что такое? Что-что? Ключи. От домика в деревне. Я обо всем договорилась, тебя там встретит мой крестный. Он рядом в соседнем доме живет. Юлечка, спасибо тебе большое. Ну, что ты, не за что. Скажи, я могу заплатить? Нет, что ты, не надо никаких денег. Тоже мне Рокфеллер же. Хочешь привезти? Нет. Я тебя вечером заберу. Молоко корове, творог и здоровье не проходим, им подходим. А творог можно попробовать? А что пробовать-то? Товар первосортный. Берите, не берите, проходите. Ой, Нинок, зря ты его отшила. Покупатели-то раз-два и обчелся, до вечера теперь стоять будешь. Кто я? Взвесьте полкилограмма, пожалуйста. Здрасте, я вам полкило остальное куда я дену? Забирайте все. И молоко в придачу, а? 300. Спасибо. Учись, как торговать надо. Здорово ты его всучила. А молоко-то, наверное, прокисшее, вчерашнее? А не моя забота. Ну, и как у нас торговля? А все, Федь, я все продала, могу домой ехать. Подождать придется. Юлькина знакомая еще не приехала, видимо, автобус где-то в пробке стоит. Здрасте, пожалуйста. Я ее знать не знаю, должна дождаться, да? Нет уж, без меня. Гриша! Оу! Ты когда домой? Сейчас еду, уже собрался. Подожди, с тобой поеду. А то нас тут Федор решил благотворительностью заняться. Да, пожалуйста, флаг в руки. Только без меня, ладно? Нин, хватит ерунду городить. Эту женщину просила Юлька встретить. А Юлька крестница мне, не чужой человек все-таки. Твоя крестница? Вот ты встречай, а я с Гришкой домой поеду. Выходи осторожно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Шура Любимова, подруга Юли? Да, а вы Федор. А, да? Очень приятно. Это мой внук Петя. Петь, здоровайся. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Давай знакомиться. Я Федор. Я Петя. Очень приятно. Извините, заставили вас ждать. Да ничего. Но... Главное, что добрались. Ну, пойдемте. А теперь и до нашей Михайловки. Недалеко. Места у вас здесь замечательные. Да, места у нас красивые. Дядя Федор, а в лесу волки водятся? Нет, волков я не встречал. А вот лисы и зайцы водятся. А я смогу их увидеть? Ну, может быть, увидишь. Лисы иногда в деревню прибегают кур воровать, да и зайцы, бывает, забегают. Вот здорово! И подал. Джентльмен фигов. Хоть бы раз жене подал руку. Павлин. Ведь красивый домик? Ну,
Добро пожаловать. Проходите. Ну, заходите. Ух ты! Ба, это что, целый дом для нас двоих? Да, Петь. И ты теперь в нем за старшего, так что хозяйничай сколько хочешь, только чур ничего не ломать. Договорились? Не, я осторожный. Ба, а можно я здесь все посмотрю? Давайте пройдем. Ребенку тут есть где разгуляться. И погуляет, и воздухом надышится, и от компьютера с телевизором отдохнет. Вы самое главное, на улицу почаще выходите. Природа у нас красивая, воздух у нас свежий, не то, что у вас в городе. Это точно. Так что я очень надеюсь, что отдых вам понравится. Угощайтесь. Это мне? Еда сама пекла. Надеюсь, понравится. Да я не сомневаюсь, что понравится. Ключики. Угу. И знаете что, вы, если что понадобится, вы обращайтесь без стеснений. Я часов в 5 с работы уже приезжаю. А где работаете? На стройке прорабом. Коттеджи строим. Тут недалеко. Ба, мне здесь нравится. Ну вот, Петька уже осваивается. А с утра заходите к нам за молоком, за творогом. У нас свое хозяйство. Все свежее, все вкусное. Хоть здесь натуральных продуктов поедите. Не откажемся. Придем. А еще, Петька, я тебя с нашим Тузиком познакомлю. Ты собак любишь? Да, люблю. У нас у соседки собака Джонни живет. Я с ней люблю играть. Ну, тогда договорились. Отдыхайте с дороги, не буду вам мешать. Еще раз спасибо. Располагайтесь. По-моему, замечательно, правда? Угу. Пошли чемодан распаковывать. А ну-ка, давай, давай, давай. Ну, шустрик, догоню! Так вот тебе! Ну что, пошли с окрестностями знакомиться. А мне здесь нравится, а тебе? И мне нравится. А мы сможем сюда каждый год приезжать? Не знаю, Петюш, мы же в гостях. Это не наш дом. Знаешь, ба, когда я вырасту, я тоже куплю тебе дом. И у меня будет большая машина, как у дяди Федора. Будем на ней ездить. Ты мой хороший. Знаешь, ба, мне дядя Федор понравился. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы пойдем к дяде Федору в гости с собакой знакомиться. Пойдем, обязательно пойдем. Песик какой. Хороший песик, хороший. Тузик, вот паразит, иди домой. Не кусается. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы гостим в Юлином доме. Федор сказал, что у вас можно брать молоко и творог. Брать? Вы не миллионеры. Продать продам. Я неправильно выразилась. Ну, конечно, покупать. Давайте. Процежу, вынесу. Здесь подождите. Испугался? Угу. Видишь, говорят, хороший, добрый пес. Дом охраняет. Вот и гавкает. Хороший. Доброе утро. Доброе. Доброе. Не напугал вас наш Тузик? Нет, он даже бабулю облеснул. Ну что ж, хороший ты людей, он издалека видит. Пойдем, Петька, я тебе покажу, что он еще умеет. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, сидеть. Сидеть. Молодец. Лежать. Вот умница. О, хороший пес. Тузик, стоять. Молодец. Опять пес. Цирк устраиваешь? Умничка. Держите, за все про все 300 рублей. Спасибо. Нин, да ты что? Жена пошутила. Мы с вас денег не возьмем. Нет, нет, это нехорошо. Ну, вы Юлин гость. Значит, и наш. Подождите, нет, так это нехорошо, Федор. Ну что вы, чтобы успокойтесь. Это все нормально и все удобно. Петька, ну что, нравится тебе в деревне жить? Да. А на велосипеде кататься умеешь? Не умею. Да и велосипеда у меня нет. Ну так у Юли-то есть. В прошлом году ее мальчишка катался. Слушайте, у меня завтра выходной. Давайте найдем тот велосипед, посмотрим, исправен ли он. И я тебя вмиг кататься научу. Ура! Бабушка, ты слышала? Я буду кататься на велосипеде. Здорово! Это, конечно, здорово, но... Не знаю, у вас выходной день. Я думаю, что найдется, чем себя по дому занять в этот день. Ну что вы, не беспокойтесь. Мне это только в радость. Ну, договорились? Договорились. Тогда до завтра. До завтра. Спасибо.
До завтра. До завтра. Ты даешь. Ты чего? Ничего. Видали, миллионер нашелся. Давай, давай без денег. Всех задарма будем кормить приезжих, да? Ты чего несешь, Нин? Ты лучше вспомни, сколько нам Юлька из города подарков перетаскала. Угу. Нам что, для ее подруги кружки молока жалко? В следующий раз эта краля придет, я ей ровно кружку и налью. Нин. Ты чего злишься все время? Тебе самой от себя не противно? А? Ну, ты же раньше веселая была. У тебя улыбка с лица не сходила. Я же в твой смех, можно сказать, и влюбился. Я прям злая, как собака на привязи. А тебе же доброго слова не услышишь. Ты на себя посмотри. Ха! Видали, да, ушки распустил перед новой юбкой, да? Павлин, ты драный, кому ты нужен? Надумала пальто-то брать. Ты же говорил, у тебя денег нет. Ну, нету. А что, деньги ждать? Всю жизнь старее проходишь. У меня отложено. Она что, жить пускай Федька думает. А мы женщины, нас баловать надо. Ну, это верно, Ниночка. Ой, повезло ж тебе с мужем. Да, повезло. Как сидит-то? Ну, что, брать-то будешь? Буду. Наклони. Так, Петюш, держи. Ой, не знаю, как же мы с тобой справимся, а? Давай я. Не-не-не-не, я. Держи лестницу, крепко держи на себя. Вот так, да. Шура, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я вам помогу. Помогите. Да, помощь тут не побежит. Давай, Петя, мне корм. Ага. Вот сюда, правильно? А. Ну вот, теперь пернатые не голодают. Да, Петька? А я гляжу, машина подъехала, а мужа нет. Птичками интересуешься, да? Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы потом мне расскажете, кто к вам прилетал, Петь? Угу. Ну, пока. Пока. Пошли. Бабуль, а какие птицы к нам могут прилететь? Дятел может? Нин, ну ты чё это? Ну, ведра, тазы на дороге. У меня что, хозяйки в доме нет? Видали? Тазы он заметил. А на жену внимания мы не обращаем, да? Пальто новое не видит. Да не в пальто счастье, Нин. Так? Я еду! Хороший мой! Да, тихо. Спасибо вам, Федор. Столько радости, да, теточка? Ох, Шур, какая же вы счастливая. Дети, такое счастье. А внуки-то, тем более. А у вас, Федя, дети? Да нам с Ниной. Господь детей не дал. Извините. Дядя Федор, а вы сами прокатиться можете? Петь, давай-ка мы с тобой попросим твою бабушку это сделать. Мне почему-то кажется, у нее это отлично получится. Давайте, давайте, пап, садись. Нет, нет, нет. Вы что, я 100 лет на велосипеде? Шур, давайте. Нет, я... Нет, ребятки, я 100 лет... Не бойся, па, это не страшно. Не страшно? Нет, простите, в моем возрасте... Шур, да о чем вы говорите? Какой возраст? Знаете что? Давайте вместе прокатимся. Давайте вы до столба, а от столба уже обратно я. Садитесь. Ну, смотрите, заголовщики. Так, Петь, давай, выдумщики, давайте, подталкивай, Петь. Ну, ну,
На старт! Внимание, марш! О! Браво, Шура! Да вы просто прирожденная велосипедистка. Нинуль. Чай пьешь? Угу. Я бы тоже не отказался. А пусть тебе краль твоя приезжая наливает чай. Ты же все вокруг нее вертишься. Не чтоб с женой провести выходной. Нет. Ну зачем ты так? Ну ты... Ты сама-то вспомни, когда мы с тобой последний раз выходные проводили. Тебе ж поговорить со мной не о чем. Ты ж только орешь на меня и пилишь без конца. Спасибо. Напоила. На здоровье. Ба, давай в догонялки. Нет, Петюш, какие догонялки? Вон, смотри, как грязно. Упадем, пирог уроним, нечем будет дядя Федора отблагодарить. Ба, смотри, курица! Курица! Что там, Тузик, что? Курицу поймал? Нет, Петюш, это у них игра такая. А, так Тузик с курицей в догонялки играет, да? Да, ты любишь играть в догонялки. Вот и Тузик любит играть. Ну и мастерица вы, Шура. Так вкусно. Дядя Федор, а мы ведь еще на велосипеде покататься сможем? Ну, конечно, сможем. Я тебя так кататься научу. Тебе все мальчишки будут завидовать. О, Клавдия, здорово. Доброго здоровечка. Вам тоже. Присаживайтесь, чаю вместе попьем. Чаю мне вашего не надо, а вот денежки придется заплатить. Это какие-то такие денежки-то интересно? За курицу мою, которую ваш Тузик загрыз. А это что сразу Тузик-то, а? Других собак у нас в деревне нет. Да... Петь, чай пей. Мы видели, как Тузик с курицей в догонялки играет. Правда, ба? Вот! Вот она правда, а! Ребенок врать не будет. Так что прошу, гоните 1000 рублей. Ха! 1000? Ты откуда такие центы взял? С потолка, что ли? Да моя пеструшка, да она же яичной породы. Это еще со скидкой тебе, понятно? Поэтому она такая дорогая. Ой! Ой, да! А твоего Тузика одни проблемы и убытки. 400 больше не дам. Да я на вас... В суд подам, понятно? Давай, Клавдия, давай. Постой. Давай, подам. Постой, Клавдия. Держи. Ну, ты прям честный ты мужик. Я уважаю тебя. Пока, Нинка. Ага. Ведь ты в своем уме, а? Ты... Да ее курица 100 лет в обед. А ты такие деньжища отвалил. У нас, извините. Но у нас принято всегда говорить... Правду. И это правильно. Правильно, Петя. А, че? Поздравьте, кулакай махать, да? Чайку! Ну, сам поправь. Папа звонит. Алло, да, Игорек? Гуляем. Да все у нас хорошо. И кушаем хорошо, успокойненько. Все хорошо. Вы как? Угу, понятно. Отдай, это моя. Я ее первую ношу. А я вчера потеряла. Отдай. Не отдай. Слушай, давай вечером созвонимся. Ой, мальчик, мальчик, что ты делаешь? Ой, мальчик, уйди. Где больно? Петя, где больно? Что болит? Плечо, локоть, что болит? Где? Так, понятно, пошли домой. Пошли, пошли, пошли. Больно, я поняла, что больно. Федор, Нина, у вас где больница? А что у вас случилось? Да, Петька с мальчишкой подрался. Рука, говорит, очень болит. Ну, у нас был фельдшерский пункт, так его закрыли. А что же делать? В райцентр ехать, в районную больницу. Ну, через полчаса автобус. Шур, я отвезу вас в район. Ой, спасибо вам, Федор. Да что, что уж там, вы идите пока паспорт возьмите. А, да, да. Да. А я машину прогрею. Хорошо. Федя, а я что-то не поняла. А тебе на стройку не надо? Ну какая стройка, Нин? С ребенком беда.
Но не с твоим же. Благодетель. Петь, давай я застегну. Ну вот зря переживали. Завтра уже повязку снимем. Ну, наконец-то. Что, живой? Так что же, да. Федор, вы нас все это время ждали. Ну, а как же? Как же вы добираться-то будете? Автобус теперь только вечером. Что доктор вам сказал? Сказал, что у нас небольшой вывих. И все. Ну, слава богу, что все обошлось. А то я уж переживать начал. Тогда поехали. Прошу. Ну что, мальчишку положили в больницу? Да нет у него никакого перелома. Я он их домой привез. А что значит привез? Ты что, на работу не ходил? Нин, ну не мог же я их одних в больнице бросить. А вдруг им что-нибудь срочно понадобилось бы? С ума сойти! Какая забота! А ты им что, отец родной? Нин, не начинай, а? Лучше поесть дай. Поесть тебе дать? Больше ничего не хочешь? Нин. Скажи, вот ты... Ты чего злобная такая? Я злобная? То есть я во всем виновата, да? Ну, конечно! Жена во всем виновата. Муж шляется непонятно где целый день. Чужую бабу где-то возит. А жена виновата? Да я тебя видеть не могу. Ты мне надоел. Мне в печенках уже сидишь. Убила бы. Надоел? Да. Ну и хорошо. Чего молчите? Да. Нравишься ты мне. Разве не видишь? Вы, Федор, женатый человек. Да уйду я от нее, от Нинки. Ты только скажи. Не люблю я ее. Да и она меня не любит. А что ж вы раньше не ушли, если не любите?
Раньше я такой, как ты, не встретил. Не знал я раньше, что можно вот так за несколько дней понять, что ты кому-то нужен. Что когда тебе улыбаются, это тебе улыбаются. Я и сам не помню, когда я улыбался. Сейчас я как будто заново жить начал. Шур, ну я же вижу, что тебе тоже не все равно. Так нельзя, Федор. Это неправильно. Так нельзя ломать чужую жизнь. Какая же это жизнь, Шур? Мы же с Ниркой давным-давно друг другу чужие люди. Мы же только семью изображаем. Шур, ты не гони меня. Я ради тебя на все готов. Уходите, Федор. Уходите. Пойдем завтракать. Ба, чем так плохо пахнет? Каша, наверное, подгорела. Ба, смотри, какой рисунок я нарисовала. Ба, тебе плохо? Птенечка, ты знаешь, что ты дорисовывай. Позавтракай, мы будем домой собираться. Папа с мамой соскучились уже. Витюш, возьми сумочку. Так. Ключи достал. Карман положили, помнишь? И помнишь. Ну уж ты запутался. Вот они, держи. Мамуль! Александра Ильинична, а вы что тут делаете? Почему так рано вернулись? Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Питькин соскучился. Вот что, так? Викуся, куда ты пропала? Питька, пойдем-ка купим твои сладости, любимые, а? Пойдем! Пойдем. Пойдем пешком. Алло, Игорёчек, трудишься? Да я на минутку. Представляешь, твоя мама с Петькой вернулись. Я так рада, без него как-то пусто было. Да, вот только Александра Ильинична какая-то странная. У нас как раз-таки мастер по водосчетчикам был. Так она его голос услышала, схватила Петьку и куда-то убежала. И до сих пор их нет. Дозвонила я уже, она не берет. Да, хорошо. Бабушка!
Петруш, знаешь что? Пойдите погуляйте туда. Бери, бери Джонника и идите, а то он замерз. Бегом! То есть не знаю ни как быть, ни как жить, ни что говорить. Ты возьми и скажи. И пусть он знает, с кем он связался. Мало того, что пилит, так она еще изменяет ему. Кому сказать? Игорю сказать? Да ты что? Ты Игоря не знаешь. Он Вику очень любит. Потом я не знаю, как она себя поведет. Это все на Петьке отразится. Беда у нас, Люська, беда. Да, ты права. Говорить нельзя. Они потом помирятся, а ты всю жизнь виноватая будешь. Тот самый случай, когда ночная кукушка дневную перекукует. Это не все, Люся. Что? Федор! Зря стучишь ты, Федор. Уехали они. Куда уехали? Да кто же его знает? Домой, наверное, в город. Шла с чемоданом сама. Мальчик при ней. А когда уехали? Утром. Ну, бывай. То есть, выходит, ты... мужика-то бортанула. Подожди, если он собрался уходить от жены, значит, у него это серьезно. Не знаю. Тебе не понравился? Ай. Он тебе понравился? Хороший ты человек, Шур. Трудно тебе, ты по совести живешь. Ох, другая бы на твоем месте развернулась. У них дети есть. Нет. Только ни к чему. Все это, Люсь, ни к чему. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Александра Ильинична, вы на часы смотрите. Ребенку давно пора спать. Петь, иди через зубы ложиться. Сладких снов, хорошего. Спокойной ночи, бабуля. Давай, давай. Александра Ильинична, мы завтра с Игорем в гости идем. Вы можете Петькину куртку с химчистки забрать? Я же тебе говорила, я боюсь щекотки. Боишься? Ты у меня принцесса. Да, я принцесса. Игорь, у меня нет настроения. Почему? Твоя мама. Ну, подожди. Что? Ну, она в упор меня не видит, не слышит. Я ее попросила Петькину куртку из химчистки забрать. А она даже не удосужилась мне ответить. Как будто бы я пустое место. Ну, подожди, может, она тебя не поняла просто? Нет. Не взлюбила она меня с самого начала. Наверное, считает меня недостойной своего драгоценного сынули. Ну, что ты такое говоришь, Викуль? То, что вижу, то и говорю. Игорь, я так больше не могу. Я хочу быть хозяйкой в своем доме.
Хочешь, я с ней поговорю? Очень хочу. Иди, мне даже интересно, что она тебе про меня наговорит. Иди. Хорошо. Мам, что у вас с Викой случилось? Она говорит, ты с ней не разговариваешь? Это не так, сынок. Просто если откровенно, то у меня есть повод с Викой не разговаривать. Так. Какой повод? Игорюша, ты знаешь, как я по-доброму всегда относилась к вашей семье, но... Я тебя прошу, не юли. Говори, как есть. Я не знаю, как об этом говорить. То есть, ты просто решила мою семью разрушить? Игорюш... Все! Я не желаю этого слушать! Я тебя выгораживаю перед Викой! Мне врешь? Сыночек, что ты говоришь? Я не позволю тебе нас развести! Игорюшка, да ты такое говоришь! Все, так, все, успокойся, пошли. Игорь, у нас сплетничали. Успокойся. Хотите нас поссорить? Я всегда знала, что вы меня не любите. Только что я вам плохого сделала! Да. Ой! Ну все, 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 все. Успокойся, успокойся, успокойся. Игорь, ты меня любишь? Глупенькая ты, конечно, люблю. Игорь, я умоляю тебя, давай разменяем квартиру. Ты понимаешь, что я так не могу больше. Микушенька, милая, ну ты же знаешь, что это мамина квартира. Ну, тогда выбирай. Или я, или твоя мама. Ой, девчонки, как же мне надоело. Это московская серость. А в деревне красота. Воздух чистый, небо голубое. Оно и видно, смотри, как похорошело. Не женщина, а цветок. Впору замуж выдавать. Ой. Здравствуйте, Сан Саныч. Шура. По-моему, даже как-то светлее стало. Ой. Слушай, подруга, по-моему, он к тебе неравнодушен. Точно. Просто настроение хорошее. Просто у него настроение хорошее от того, что тебя увидел. А то ходил тут чернее тучи. Шура, я сегодня в твою сторону еду. Садись, подвезу. Не близко. Пошли, нет, пошли. Пойдем, пойдем. Идем. Пока, Шур. Пока, Шурчик. До свидания, Сан Саныч. Девки, дайте нам на свадьбе. Сан Саныч, до свидания. До свидания, до свидания. Ой, девчонки, гулять нам на свадьбе. Отошли.
Шура, я не буду ходить вокруг да около. Ты мне очень нравишься. Ну, ты, наверное, это замечала уже. В общем, выходи за меня замуж. Сан Саныч. Я... Раньше я не мог сделать это как предложение, потому что я... обещал дочери, что после смерти жены в нашем доме чужая женщина не появится. Ну так зачем же нарушать обещания? Так обстоятельства изменились, а они с мужем уезжают жить за границу, так что я один, ты одна. А в нашем возрасте близкий человек рядом даже нужнее, чем в юности. Человек, я надежный, я не обижу, ты знаешь. Ты мне всегда очень нравилась. Нет, я не тороплю, не тороплю. Ты подумай. Подумай, а я буду ждать. Спасибо, Сан Саныч. Федя! Федь! Привет, крестный. Привет, Юля. Как я рада тебя видеть. Я просто мимо проезжал, решил тебе сюрприз сделать. Хороший сюрприз. Если бы я уже на работу убежала, не успели бы встретиться. Ну, давай тебя на работу отвезу. Отлично. Как раз поговорить успеем. Ну, садись. Ну, как дела, Юлька? Рассказывай. Ну, а что рассказывать? У меня все как всегда. Все хорошо. Ребята мои учатся, спортом занимаются. Я работаю, грех жаловаться. Ну, а подруга твоя как? Шура? Внук ее Петька? У Шурочки сейчас, кажется, личная жизнь налаживается. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Начальник наш за ней ухаживает. Такой хороший человек. Вдовец, с положением. Я за нее рада. Она... замечательная женщина. А младший мой все буквы выучил. Весь алфавит читает по слогам, берет книжки и сам читает. Ну, в общем, маленький, ему в школу рано. Ну, ладно, я пойду. Жаль, что ты задержаться больше не можешь. Ну, мы как-нибудь с детками к вам выберемся. Ну, давай. Мы всегда гостям рады. Нине привет передавай. Спасибо, пока. Не налью. И так уже хорош. А ты все равно не пьешь плохо, а выпьешь еще хуже. Thank you.
А что зенки залил? Так что до спальни дойти не можешь? Я все могу. Нет. Не хочу. Федя, а ты из-за этой Шурки так надрался, да? Еще раз я здесь увижу, убью. Тебя ж посадят. А пусть посадят. Только я этой гадине жить не дам. Понял? Вообще давно все про нас понял. Здорово. Чего такая заполошная? Анисия, помощь твоя нужна. Ну? Федора приворожить надо. Трескался он в эту приезжую. С горя даже запил. Ведь такого никогда не было, сама знаешь. Да все я знаю. Но только в толк никак не возьму. Зачем тебе его привораживать? Ты ж Федора никогда не любила. Сбежать даже с полюбовником от него хотела. Но только полюбовник раньше от тебя сбежал. Федор-то тебя простил, пожалел. Только ты счастье не оценила, вот ты его и проворонила сама. Поняла? Да ну когда это было-то? А Федор мне муж, понимаешь? Мой он мой, а я своего никому не отдам. Сам не дам, и другим не дам. Анисия, ну ладно, тебе мораль-то читать. Возьмешься? Приходи под вечер. Рубаху Федора прихвати. Да не забудь. Сделаю все в лучшем виде. На тебя надежда только. Ну, ясное дело. Хоть и три комнаты, но метраж у вас небольшой, да и дом уже старый. Так что могу предложить вам лишь две однокомнатные квартиры. Нет, нам это не подходит. Понимаете, нас уже трое, и мы хотим завести еще детей. Да, супруга права. Давайте как-нибудь другой вариант. Ну, а другой вариант — вам двухкомнатная квартира, а матушке ваша комната в коммуналке. Тут, к сожалению, выбирать не приходится. Я согласна. Ну вот и отлично. Подберем хорошую комбинацию. Коммуналка будет с минимумом соседей. Ну, слава богу. Будем жить своей семьей. И, кстати, Александре Ильиничне без нас будет спокойнее. Бабуль, я не хочу без тебя оставаться. Кто мне будет сказки читать? Петь, ты уже взрослый. Учись сам читать. Вот это правильно. А еще знаешь что? Вы ко мне будете ходить в гости. А я к вам буду ходить в гости. Это очень интересно, Петь. Так, чтобы не мог
могла их разъединить ни вода, ни огонь, ни огонь, ни вода. Да будет так, да будет так. Соедини рабов твоих, Фёдор. Так, чтобы не смогли разъединить их ни огонь, ни вода. Да будет так. Не бойся, держи. Положишь в постель, под простыню, там, где Фёдор обычно спит. И вот еще будешь добавлять ему в питье и в еду по 4 капли. Вот как сядет Фёдор есть, так ты и капай, так чтобы он не видел. Ну вот и все. Не опасно? Отравлю еще мужика. Нет, это многими годами проверено. Не бойся. Помогала? Знаешь, ты мне глупых вопросов не задавай. Ты ко мне сама пришла. Я тебя на Аркане не тянула. Есть сомнения. Обратись в другое место, где тебе помогут. Не-не-не-не-не-не. Анисия, ты у меня одна надежда. Спасибо тебе. Благодарить рано, рано благодарить. Ступай. Ступай. Делай все, как я сказала. Ступай. Кажется, все. Да, кажется. Здрасте. Мы ваши соседки, знакомиться пришли. Здрасте. Здравствуйте, девочки. Я Валя. Это моя подруга Галя. Мы комнату вместе снимаем. Очень приятно. Александра Ильинична. А вас мужчина как зовут? Игорь. Игорь. Очень приятно. Да. Апартаменты у вас те еще. Здесь до вас дедок жил алкоголик. Месяц назад в ящик сыграл. Ну ладно. Ремонт сделайте и нормально будет. Ну, мы пойдем, а вы, если что, зовите. Поможем. Угу. До свидания. До свидания. Счастливо. Сынок, а соседки, по-моему, хорошие девочки, правда? Да, повезло с соседками. Тебе уже пора? Ага. Ну, беги. Так, с ремонтом тогда реши, чего ты хочешь. И мебель? И мебель. Ну, тогда все. Пока. Ты напугал меня, я чуть пальцы не отрубила. Жалко, что не отрубила. Бог шельму метит. Че с тобой? А кто мне обещал, что с мужем все наладится? Только приворот твой не действует. А капли твои фальшивые. Уж больно ты скорая, как я погляжу. Подождать немного надо. Чего ждать? Пока он к этой стерве укатит, а я?
Ничего делать. У меня ни образования, ни работы нормальной нет. Раньше надо было думать. Главное, я ведь моложе этой Шурки-то. Ну вот что на нее запало? Что вообще этим мужикам надо? Любви им надо. Семьи, детей, внуков. Что у Федора твоего есть? Пустой дом да жена со скандалами. Иди, иди от меня. Капай, как я сказала, Федор твоим будет. Все, иди, освободи ты меня от всего этого. Да иди ты. Здорово, мужики! Федор, иди сюда, разговор есть. Здорово, как дела? Ну, нормально. Смотри. 10 миллионов рублей. Завтра поедешь в Никольский, ну, из итальянскую сантехнику. Хозяин в магазине в курсе. Ну, в общем, твоя задача посмотреть все и привезти сюда, понял? Все ясно, Олег Павлович. Слушай, я деньги обналичил, ну там за наличку большая скидка. Ты давай с деньгами здесь не отсвечивай. Дуй домой. Хорошо? Хорошо. Ну все, давай. Федь, ты? Я. А чего так рано? Шеф отпустил. Пораньше. Завтра в Никольский поеду. За сантехникой. А я щи сварила, котлет пожарила. Все горячее будешь? С удовольствием. Только руки помою. Угу. Что, невкусно? Почему? Нормально. А Кузякину новую машину купили. Может, и нам тоже? Зачем? У нас хорошая машина. Ну, как у Кузякиных, побольше. У Кузякиных 3 детей и 5 внуков. А нам кого возить? Нин. Не сделала бы ты тогда этого аборта. Глядишь, в нашей жизни бы многое по-другому было. Федя, а ты мне всю жизнь будешь этим абортом попрекать, да? На словах легко. Рожай, Нинка, буду воспитывать как своего. А потом ненавидел бы всю жизнь. И меня, и ребенка. Дура ты, Нинка. Так ты не поняла ничего. Ведь ты же не ребенка тогда убила. Ты жизнь нашу убила. Графин дай. Не дам. Повадился каждый день пить. Здоровье побереги. Да зачем оно мне, когда мне жить с тобой тошно? Федя, ты куда? Федя! Пошел ты. Сантехника.
чертовы. Знаю, куда целился. Нашел себе крайних. Щепочку. Я его устрою. Небо в алмазах. Ошибки делаю. А чего не выспалась? Не выспалась. Я вообще всю ночь не спала. Соседки с кавалерами всю ночь до утра веселились. Так надо было полицию вызвать. Скандалов не хочется. Девчонки-то, в общем, хорошие. Жаль их. Уж очень замуж хотят. Замуж. Замуж все хотят. Шур, ну чего ты с Сан Санычем тянешь, а? Приняла бы предложение, жила бы сейчас в хорошей квартире с хорошим мужиком. Да ну тебя. Петь, ну ты чего? Почему на звонки не отвечаешь? Товар из магазина не забрал. Я ж думал, тебя грабили, в речку бросили. Что случилось? Виноват я, Олег Павлович. Нет у меня денег. Как это нет денег? Проигрался. Есть у меня грешок. Не удержался, простите. Ты мне дурку-то не гони. Мы не первый год знакомы. Где деньги?
А жена где? На рынок, наверное, уехала. Понятно. Значит, правду говорить не хочешь. Чужие грехи покрываешь? Олег Павлович, дай срок, я все до копейки отработаю. Эх, Федя, Федя, Федя. Ладно. Полицию вызывать не стану. Срок тебе полгода. Не вернешь деньги, я тебя из-под земли достану, понял? Твою ж. Здравствуйте, тетя Люся. Здравствуй. В этом доме теперь живете? Да, да. Разменялись как-то так очень удачно. Вот. Привычки можно не менять, так что хорошо. А мама, я так понимаю, на окраине. У нее комната в коммуналке, да? Часа полтора до работы? Ну да, но это же из-за Петьки все. Вот тут садик такой хороший. Вот. А мама не возражала? Да когда же мама возражала? Мама всегда из кожи вон лезла, лишь бы вам хорошо было. Mm-hmm. Ты, Игорь, молодец. У тебя семья, жена, ребенок, ты о них заботишься. Молодец. А мама что? Мама же свое дело сделала. Теперь мать не нужна. Вика довольна. Вика теперь что хочу, то и ворочу, пока муж на работе. И свекровь не мешает. На что вы намекаете? Игорь, я даже не намекаю. До свидания. До свидания. Так, хорошо. А это куда встать? Долго это еще продолжаться будет? Говорила же, давай мастера вызову, а ты все сам. Лишь бы сэкономить. И за что мне такой муж без руки достался? Не без руки, а безмозглый. А иначе бы я на тебе не женился. Чего? Это мне послышалось? Нет, это тебе не послышалось. Скажи мне, чего тебе не хватает, а? Я же для тебя все сделал. Я же свою мать выселил неизвестно куда, к черту на куличики. Лишь бы моей Викуле не мешало. Что, мужика себе завела, да? Хочешь налево гулять? С катертью дорога. Только учти, печку я тебе не отдам, поняла меня? Игорь, ты чего завелся? Это что, из-за шкафа? Какого мужика? Ты что, с ума сошел? Да вот такого. Про тебя слухи ходят. Видимо, мать узнала, и ты заставила ее разъехаться, да? Игорь, хороший мой, я же тебя люблю. Ты же знаешь, что для меня наша семья самое главное. Руки убери. Игорь, я не смогу без тебя, понимаешь? Ну, давай, если ты хочешь, мы снова съедемся с твоей мамой. Я найду с ней общий язык. Только, пожалуйста, давай не будем ругаться. Значит так, я решил. Мы съезжаемся с мамой или покупаем ей нормальную квартиру. Я беру ипотеку.
Ничего, как-нибудь выплатим. Ты пойдешь работать на полный рабочий день. А мама сама будет решать. С нами ей жить или отдельно. Все будет так, как ты скажешь. Шур, ну как там твоя невестка? Представляешь, на днях в гости приходила, улыбается, пирог принесла, говорит, сама испекла. Ты знаешь, как подменили? По-моему, налаживается. Ну, дай бог. Дай бог. Шура, я знаю, ты любишь балет. Вот билеты в Большой театр на балет «Жизель». Сан Саныч, отказ не принимается. Ну, ты же давно, наверное, в театре не была. Я даже не помню, когда. Ну, вот, тем более. Прав, Сан Саныч. С тобой по-другому нельзя. Алло. Привет, крестный. Слушай, я как раз тебе хотела позвонить. Покупатель на твой дом нашелся. Что, приехать? Ну, хорошо, да, я могу. Могу, конечно. Ну все, давай, я сейчас еду. До встречи. Давай, пока. Юля, у Фёдора что-то случилось? Да, случилось, Шур. Вся жизнь под откос. Жена от него ушла, в долги какие-то влез. Теперь вот дом родительский продает, чтобы с ними рассчитаться. Ведь когда приезжал, совсем недавно еще так все хорошо было. Приезжал когда? Ну, я тебе не сказала. Ой, прости, пожалуйста, я замоталась совсем. Он, кстати, и про тебя спрашивал, и про Петьку спрашивал. Ну ладно, я побегу, еще доехать надо. Пока, Шурочка. Привет, Юль. Ты извини, что я тебя сорвал. Просто завтра на объект уезжаю. Там буду и работать, и жить. А дом оформлять надо. Хотел тебя об этом попросить. Вот ключи. Подожди, ну, может быть, ты передумаешь? Ты так любишь этот дом. А с долгом мы справимся. Я свой дом продам, ты расплатишься, я подожду. Да нет, Юль. За грехи надо платить, и даже за чужие. Да и не хочу я на тебя свои проблемы вешать. Ну, как знаешь. Только обещай, что сначала ты поговоришь с одним человеком. С кем?